Егор Белуга Фиш. Короче говоря, сейчас подготавливаем все местечко и будем делать бонитировку стерляди. А сейчас вот ребята поднимают садки. Здесь в садке представлен гибрид русского осетрана Калуга. Это руколы. Осматриваем рыбку. После будем взвешивать, смотреть. Здесь у нас стербел плавает. Это руколы. Вот здесь прям хороший, конечно, сортировать надо руколы. Да, Санько? Здесь прям худой-худой. Боюсь, прям он. Какие капитаны здоровые по 2 килограмма. Руколы, гибрид русского осетрана Калугу. А здесь мы смотрим стерлядку. Стербел маленький. Стербел? Рот отсюда. Вот, наш, вот туда кидайте, он там мелкий стербел. Мальчик зрелый. Его обратно, да? Да. Да. Мальчик зрелый. Слушайте, нам самцов-то тоже надо туда. Поэтому гонаду хорошую оставь. Гонаду воды тоже. А? Дырку делать надо. Слушай, да. Михаил Владимирович, там на столе он лежит. Сейчас я принесу. Вот с таких вот... Это мои ноги намокли. А там же было, нет? Икра и мальчик хороший. А, уже положил? Рукола сразу обратно откидывает. Смотрим только стрелятку. Что же, со стрелятка справиться не можешь? Сколски выходит. Это назад. Девочка. Девочка. Нужно всех не продавать стрелять, покрупнее отобрать, они, потому что девочки, они созреют. Мелкие, конечно, тоже созреют. Ну, толку от них. Сколько штук, не помню. Да нет, да мы как-то не считаем штук. 900. Да, мальчик хороший. Назад. Икра. Как? Назад. Вот этот кучу. Назад. Не дозрел. Икра. Черная. Не кабачковая. Икра. Не, уже какую-то часть 100%, потому что тут за 2 килограмма есть. Назад. Назад. Давай, ты. С очком, бля, соплевая, чувак. Давай, можно. Просто тогда нужно, чтобы у нас были сомики, форелики, блядь, чтобы их продавать. И, пожалуйста, хоть 10 лет будет. Назад. Икра. Давай удомельскую. Икру доставай. Сейчас. Здесь по-любому икра будет. Назад. Я не могу понять, Миш. У нас здесь стрелядка наша, которую мы первый раз получаем икру от нее. Назад.
Или мы получали уже от нее? Мне жалко, мне жалко ваших легких. Все равно курить будет. Да. И тогда сразу возьми 3 сигареты. Это полчаса назад, да? Да, это полчаса назад было одно. Икра. Назад. Ну чё, работа со стерлядью у нас продолжается. Мы переехали на новый садок. Вот все, садковая линия наша уже тут кончается. Удомельский встает за рулем. Спрятался, как всегда. Курение — это вред. Михалыч с тетрадкой. Под запись все. Саня, мой МТВ опять смотрит. Да, давайте. Все, сейчас будет все понятно, да? Сейчас X. Да. Выступайте. Все понятно. Девочка. Ну да, обратно. Он бежит, здесь тоже одна вот эта вот толстая с икрой, остальные не закрыты. Икра? Икра, да. Это девочка? Икра. Обратно. Девочка обратно? И тоже девочка обратно. Сколько обратно? 4, по-моему. 4-1. Ты считай свои икра. Бахтяк, ты считай свои без икра. На русском языке. Значит, пока одну. Это с икрой. Пополам время. Девочка, назад. Ванов, не те, да? Мне туда встать? Да, смотрите, можно туда встать. Тут так-то один человек держать не хватит. Да, вот так не тянул. Вот как бы темноты тут все равно успеет. Поэтому куда мы теперь отвлечем? Вот это икра. Видно, вот это икра, да. Чё ты? Это просто девочка. Это просто девочка. Это девочка к вам. Девочки, да? Ну, 2,5. Там одна клетка бывает. Понятно. Ну, еще 2, да? Два или 3? Вот так и работаем. Девочка. Yeah.